Не успели инспекторы и общественники подъехать к водоему, как тут же увидели нарушителей. По закону автомобиль нужно оставлять за 50 метров от воды, а здесь не больше 3. Наказывать правонарушителей не стали, но предупредили и соответствующую бумагу выписали. Соблюдайте правила рыболовства. Виноваты, водный кодекс. Признаемся. Озеро Ульянково в самом глубоком месте 1,5 метра. Как пережила рыба суровую зиму и лед толщиной в 1 метр, для рыбаков остается загадкой. Но для браконьеров это не важно. В ходе рейда одних только китайских сетей из водоема достали 11 штук. На данном водоеме сегодня мы составили 3 административных протокола за нарушение правил рыболовства. И плюс к этому с водоема были сняты без хозяина и орудия лова. То бишь это сети из лески брошенные, где рыба была и погибшая, и живая. Общественная организация называется «Честная рыбалка» неспроста. Ее главной целью является искоренение браконьерства на водоемах Курганской области. Это озеро относится непосредственно к честной рыбалке. Оно у нас в краткосрочном договоре. То есть мы осуществляем здесь промышленное рыболовство в течение года. Дальнейшие планы все-таки взять озера в долгосрочную аренду на любительское спортивное рыболовство, чтобы каждый рыболов нашей организации мог спокойно приехать и бесплатно порыбачить на наших озерах. До зимы запланировано провести рейд по Тоболу. Работы немало, но по словам инспектора и честных рыбаков, если объединиться, то все возможно. Михаил Алимов, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».